Единый день чистоты и порядка прошел во всех районах Ульяновска. Основными объектами, на которых проводилась генеральная уборка, стали скверы, парки, дворы жилых домов и прибрежные территории. В субботнике приняло участие сотни горожан. Дело нашлось каждому. Мне кажется, это хорошим делом. Нам предложили выйти. Мы с радостью согласились на общественных, на добровольных, на общественных началах. Хочется, чтобы было чисто, чтобы дети бегали в благоустроенном каком-то месте. Главная задача – подготовить территорию региона к празднованию Сабантуя, Троицы и Дня России. Также, учитывая наступление лета, важно организовать комфортную среду во дворах, парках и скверах, где свой досуг проводят дети и взрослые. Станислав не изменяет добрые традиции. Он уверен, что уборка территории – дело нужное. В его взрослой жизни это далеко не первый субботник. Пионером был, на субботнике ходил, комсомольцем был, на субботнике ходил, курсантом стал, на субботнике ходил, ну и так далее. Добровольно-принудительно это первое начинается с этого, а потом уже это может перейдет в добровольное. К сожалению, мусор есть, и оставляют его те, кому нравится чистота, но почему-то не нравится за собой убирать. Данная акция – повод сходить в близлежащий парк или выйти во двор с рабочим инвентарем и мешками для мусора. Ну, вообще, как бы стараюсь не мусорить, и ребенка тоже приучу к этому, потому что есть мусорные бачки специальные, как бы контейнеры для мусора, зачем засорять наш город. Как бы если все будут люди выходить и убираться, и будут чаще проводить такие субботники, то наш город вообще блистать будет. Весенний двухмесячник благоустройства подошел к завершению. Улицы города стали заметно чище и гостеприимнее. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.